всегда ассоциировались у нас с вами с женщиной и женским началом. И это не могло не отразиться на дизайнерских коллекциях. Вы только посмотрите на это очарование. Сейчас кошачий тренд принял новые обороты и превратился не только в милое украшение коллекции, но и в целое модное течение. В нашей тунике Китти вы будете не только бесподобны и грациозны по-кошачьи, но еще и создадите самые разнообразные образы и станете ласковой кошечкой. А может быть, Микол, грациозной охотницей, кому как не Миколе Комендрову знать об этом. Модный эксперт, звездный стилист и владелец котов Тёмы и Победы с удовольствием расскажет, как кошки вдохновили дизайнеров на подобные эксперименты. Ну и, конечно же, главным предложением дня становится мурчащее и уютное изделие. Причем оно, как котик, безгранично. Здесь не нужно будет выбирать размер. Она у нас с вами едина от 50 до 60. Хотя дама 44 тоже пусть присоединяется. Конечно же, кошачий принт – это очень актуально. Ведь это ласково, нежно и также мягко. Здесь глиттерное напыление сочетается с обычным сублимационным материалом. Да еще возможность этим кошечкам навсегда остаться вместе с вами. Также у нас с вами туника. Ника не лишена дизайна в виде люверсов. У нас с вами есть вот такая вот конструкция, которая слегка асимметрична, это всегда работает на вашу стройность. Мягкая фактура приспущенного плеча и 100% хлопок, дающий возможности нам сегодня чувствовать комфорт круглогодично, ведь такую тунику мы будем носить с вами круглый год. И напомню, единый размер – это большое преимущество. Мы сегодня ничего не выбираем с вами и не думаем, просто мяукаем. Мы выбираем расцветку обязательно, потому что у нас с вами есть из чего выбрать. Вот смотрите, цвет бирюза сейчас у тебя в руках, нежный, да. Спокойный. Следующий у нас с вами синий оттенок. Mm-hmm. Обратите внимание, рисунок размещен только по передней полочке. Также есть лиловый цвет у нас с вами, такой припыленный. Нежный нюдовый бежевый, как психологи говорят, один из самых сексуальных цветов. Два ахромата, это у нас с вами белый цвет. И черный. Обратите внимание, на черном цвете кошки уже белые. На подиуме, да, еще два цвета. Пудровый на Нике. Угу. Желтый. Желтый на Натали. Самый яркий выбираю для себя я. И еще один вариант, ментоловый, будет на нашей Оленьке. Слушайте, ну это бесподобное решение. Кошки здесь восхитительны. И это главное предложение дня, которое нам доступно в этом эфире. Я хочу сказать, что единый размер – это очень важно. И вам нравятся такие предложения, потому что аналог подобного варианта в прошлый раз был распродан более чем в 3000 единиц. Микол, давай подскажем. Минимальный и максимальный объем наших параметров, который может уместиться в нашу тунику Китти. Ну, смотрите, нашу тунику дизайнеры прописывают предел от 50-го старта и до 60-го. По факту, дамы с 44-го можете звонить и заказывать. Несмотря на то, что как бы заявляется, что с 50-го у нас с вами единый размер начинается. Нет, дама 44 забирает тоже. Рукав у нас с вами по окружности будет составлять 24 сантиметра. Но это тоже не предел, растяжимость до 30. То есть здесь рука может быть в обхвате даже 60 сантиметров. По груди наш единый размер будет составлять в полуобхвате, так, 63 сантиметра. То есть мы с вами получаем чуть больше 120. Но это тоже не предел. Mm-hmm. Растяжимость у нас до 90. То есть 180 по груди. То же самое будет по бедрам. Ну и общее, скажем с вами, сколько же у нашей туники длина. 70 сантиметров, еще раз повторяем, 60 окружность рукава, на 180 способность растягиваться по груди, 70 сантиметров в длину. Вот, единый размер, это максимально удобно, вы выбираете только расцветку. На мой 46-й прекрасно села наша туника Китти. И только сегодня это главное предложение дня, которое идет по цене 999 рублей. Забирайте сразу две, забирайте на подарки, делайте первый свой заказ на телеканале Shop'n Show, это удобно и выгодно, и практично. Ну, Микол, слушай, я в восхищении от нашего главного предложения дня, потому что вот как часто к нам обращаются мужчины, да? Кошечка моя, ласковая как кошка, да ты моя грациозная кошка, кошка, которая гуляет сама по себе. Кошара, где ты была? Так никогда не говорят. Вот. И ассоциация с кошкой – это всегда про грацию, да? И это нам, девочкам, добавляет определенную уверенность внутри.
Ну, потому что, да, кошачье настроение, кошачий характер действительно очень присущ женщинам. Женщина независимая, никогда не знаешь, что от нее ожидать. В темноте, конечно же, всегда глаза горят у женщины. Да. Ну и, конечно же, она всегда рано встает и, конечно же, будет своего хозяина. Поэтому давайте выбирать для себя сегодня такое уютное изделие. Кошачий принт присутствует в каждом бренде. Что вы сейчас и наблюдаете, да? Обратите внимание, например, бренд Gucci здесь часто появляется в этой графике, потому что дизайнер Микеле, Николя Микеле, он как раз-таки вдохновлен всегда кошками и в каждой коллекции добавляет обязательно их любимую мордашку. Сегодня их аж трое здесь присутствует на вас. Кстати, черная кошка, это не значит, что это что-то негативное, да? Здесь у нас окрас у кошечки черный. Кстати, по поверью, черная кошка появляется в доме для того, чтобы сделать глобальные перемены, причем в пользу полезного. Еще, кстати, они являются настоящими лекарями. Слушайте, ну даже в Египте почитали кошек. Вы только вспомните, да, ведь это не случайно. Поклонялись кошкам, восхищались их грацией. И мы сегодня восхищаемся главным предложением дня. Всего лишь по цене 999 рублей. Вы получаете элегантность, грацию, смелость и вот такой вот стиль. Слушай, мне интересно, да, почему именно вот туники, особенно футболочного такого формата, делают чаще всего из хлопка и из вискозы. В данном случае наша с вами футболка, туника или блуза даже лучше назвать, потому что здесь есть еще и другие элементы дизайна. Она выполнена из 100% хлопка. Здесь кулирный трикотаж. Кулирный трикотаж является классикой для пошива. Почему именно делают из хлопка такие изделия? Ведь оно является в первую очередь нательным. А нательные продукты это у нас с вами максимально прилегающие к телу. Поэтому здесь делают всегда натуральный материал. Искусственно может быть жакет. Из искусственного материала может быть какая-то накидка, жилетка или куртка, но к телу должна прилегать натуральный продукт. Мягкая, не просвечивает, не переживаем с вами за нижнее белье, да? И восхитительная цена 999 рублей. Миколушка, ну вот смотри, туника, да, всем ли фигурам подойдет? На мне сейчас наш единый размер, я ношу в жизни плечевое 46-е. Вот смотрите, вот как Наталья сегодня, да, у нас с вами от 50 до 60, дама 44-46, да? Также присоединяйтесь, забирайте. Рукав приспущенный, поэтому он не будет смотреться велико. Также свободный крой, это всегда у футболки идеально, ведь вы же часто подтаскивали мужские футболки на себе. Но здесь у нас с вами свои элементы, видите, у нас с вами дизайнерский прием, такая полочка асимметрично выложенная, край тоже немножко угловатый. Кстати, вот здесь через люверсы можно пропустить тонкий шнурок, стянуть их и создать совершенно другой образ. Давайте вспомним, что у нас есть белый, яркий желтый, черный классический, пудра, бежевый, синий благородный, лиловый, бирюза и ментоловый. Единый размер от 50 до 58, единая цена 999 рублей. Главное предложение дня, торопитесь.